Для реставрации консоли надо разобрать ее на модули. Что мы сейчас и сделаем. После того, как снял две боковых крышки, сразу стало видно, что первое, что нужно будет заменять везде в электронных платах, это конденсаторы. Видите, они вообще треснули, сломались вообще сами по себе через 30 лет без всякого использования. Ну, разъемчики в таком вот состоянии, там он много окислов высыпался, но ничего, все можно очистить. Вынимаем верхний ряд модулей. Готово. Так, вот он сюда. Если я его здесь пропущу. О, вот он наглядно видно. Вот он шурк. Так, вот он. Вот шурк. Вот он сюда подключал. Здесь к верхней, здесь к левой. Готово. Это 2Т. Так, пневмошланг. Не знаю, стоит ли его отключать.
следующую. Ну, здесь видно, что тот ряд модулей, который располагается ниже, а он уже не так сильно пострадал, как модуль с электронно-лучевой трубкой. Видимо, он задерживал воду, и ниже она уже проникала гораздо меньше. Модуль для фотографирования. Модуль ОЖЕ спектрометра. Такую кучу проводов надо отключить. О. Что ж там так тяжело-то? Вот видите, вот этот лоток внизу, он специально сделан для того, чтобы если конденсат или вода какая-либо прольется из системы охлаждения, то она вся не мочила электронику внизу, ничего там не замыкала, а собиралась и выводилась централизованно куда-то в сторону от основных блоков. Просто так эти провода отсюда не хотят выниматься. Попробуем разобрать весь блок так, высоковольтного напряжения. Фигня. Надо вынуть еще один блок того, чтобы получить доступ к второй стенке высоковольтного блока. Высоковольтный блок питания выполнен в виде закрытого блока из оргстекла, который
который снаружи экранирован еще дополнительно дюралевыми пластинами. И вот, добравшись туда вовнутрь, можно отключить, собственно говоря, сами провода. Теперь собираем его обратно. Готово дело. Вот, вся верхняя часть разобрана, все блоки оттуда вытащены. Сейчас снимем вот эту вот дюралевую раму и перейдем к столешнице и нижним блокам. Внизу в основном расположены разные блоки питания. Вот что-то где-то тут пихается, там все. Особо чем-то уж прям вообще. О, пошел. Сюда на меня. Ну, давай на тебя что-то. О. Ага. Вот так выглядит консоль микроскопа Tesla без электронных модулей. Ну, как видим, проржавела существенно, но ничего. В следующей серии мы ее начнем реставрацию с нее, пошкурим, покрасим, будет как новая. Сейчас мы снимем еще один дубль. Да, ее вообще-то можно было...